Привет! Не знаю, как ты, но я скучал. Сегодня мы разберем игру под названием «Злая монахиня. Сломанная маска», недавно вышедшая и захватившая умы местных аборигенов с планеты Земля. Это я, ну вы уже знакомы. Я аж в ступор впал. А это голос Мунагана. И в этом составе бравых бесстрашных мужиков мы полностью пройдем данную игру. А также я загляну под юбочку самой монахини и найду там все концовки и секреты данной игры. Разработчиком игры является компания Кеплериан, подарившая нам серию игр под названием Лед Крик, где дядя Мороженчик пытается пощупать деток за их. Игра, кстати, топ. Про нее я говорю неспроста. Ходят слухи среди людей, что разработчики создают общую вселенную между монахиней и мороженщиком. Из монастыря вдалеке видно завод любителя маленьких людей. Если знаете больше информации по этому поводу, жду вас в комментариях. Сама же игра Evil Nun перекочевала из мобильного гейминга на ПК, и нам предстоит сегодня окунуться в крутое путешествие. Возьмите с собой ножи, палки, биты, влепите лайк на удачу под это видео. Сегодня идем валить монахиню. О, это же Витёк Плей. Поздравляем! Ваш ребенок выиграл бесплатную поездку в новый летний лагерь, организованный нашей школой. Окруженный заботой и вниманием, ваш ребенок проведет незабываемое лето. Злупан Казимирович. Собрав вещи и дав пинок под зад, нас отправляют в этот самый лагерь, посадив в машину к одной из монашек. Она даже руль не крутит. Ну, нафиг, она на божьей тяге едет. Бог впереди бежит с канатами. Тянет бурлак. Выйдя из машины, нас сразу же на месте чуть не сбивают насмерть. После чего мы видим Уильяма Бисмарка. Это таинственный человек, также известный как мальчик с синими руками. Он помогает нам и в прошлых играх серии Evil Nun. Ну и конечно же, вот она, наша добрая монашка. Мэдалин, так ее зовут, вообще-то не злая. Она просто молится Бафомету и просит его о том, чтоб он возродился в нашем мире. Подумаешь, дьявол, да и кровь по всему монастырю не должна нас пугать. Ведь главная цель монахини — заставить нас себя хорошо вести и не выходить из комнаты. Просто веди себя прилично, Залупан Казимирович, и все будет хорошо. Ладно, это что такое? Туалетная бумага, нормально. Так, это надо... А, ну вот, ух, не шумно ни разу. Там зло сейчас будет, мне кажется. Тут наши какашки. Я думал, это... Я думал, это детская игра. Я думаю, это колбаски вообще. Купаты. Эта дверь будет разблокирована в будущем дополнении. Спускаемся, значит, ладно, все. Эй, бабуля! Drop that! Ладно, понял. Прячься, прячься! Что это за кабинет был? Ого! А, она ведет! Она бежит! Эротично, эротично. Все, она там застряла, можно сзади, как с микроволновкой. Ой, микроволновкой. Микроволновкой, блядь. Как со стиральной машинкой трюк провернуть. Ла, вон она. А, блядь! О, что это такое? Мне кидать можно Иисуса. Блин, я Иисуса поломал, Бог не будет ругаться. Что это за отпечаток? Я туда пойду. Как вы поняли, Уильям везде оставляет свои отпечатки рук, чтобы мы могли пользоваться его подсказочками. Но мы, к сожалению, ими не пользовались. Надо найти, куда вот этот цоколь засунуть. Написано это было, что это предохранитель. А, все, тогда надо куда-то подпитать электричество. О, второй этаж. Что это за звук? А, блядь! Извиняюсь. Что это так? Я не знаю, у меня в горле что-то порвалось, блядь. Я охуел, блядь. Я аж в ступор впал. А я не ожидал, что она просто на повороте будет стоять, блядь. Да иди нахуй, да где ты? Это пиздец, это пиздец, Артём, все. Чё это? Тут везде крысы. Они укусят тебя, если будешь прятаться. Что происходит? Где он? Я не вижу его. Пойду посмотрю на второй этаж. О, ну о. Петля. Бум-бум-бум! Один есть. Теперь хоть понятно, что надо делать. Откуда он знает, на каком я всегда этаже? Бля, свечка, видал, как четко ее поставили? Эх, ты маленький! Я большой, огромный. Я на самом деле гном, мне 50. Эй, гномик! Ну да, я Злупан Казимирович, это гномское имя.
О, еще один. Ничего себе, жизнь стала удачливой у нас. Бабуля-бабуля. Бабуля-бабуля. Я ебанулся, извиняюсь. Милый старческий... маразм. Как вы уже поняли, первой задачей является поиск предохранителей для открытия следующей локации. Я ее слышу, она за мной бежит. Ты разозлил бабку! О-о-о! Сосать, бабуля! А, еще локация, типа. Мы попадаем во двор, который, собственно, и ведет в сам монастырь. Тут что, надо кусачки, наверное, какие-нибудь... А, нет, в следующем дополнении, ладно. Будет круто, если они такие... DLC на зеленую дверь. Да, 129 рублей. О, щит. А, блядь, да сука! Меня бесит пугаться хуйни полной. Я тебя больше боюсь, Артём. О, во, светится что-то. Метлан, заебись. После того, как мы свечи вкрутили, у меня депрессия. Я не понимаю, чем мы заняты вообще. Да, я тоже не понимаю, что бесцельно ходим, блядь. Ага, о. Нам вот это открыть лопатой. Ой, фу, лопатой. Веником, нет. Да, веником именно гвозди вытаскивают. Надо найти лом. Лом. Это так мило. Лом, без перерыва. Знаешь такую песню? Не помню, что там в оригинале поется. Я тоже из-за того, что исковеркал. Побродив какое-то время по монастырю, мы нашли вот эту комнату. Сложно заметить, но нужно ткнуть метлой в потолок. А если б я это не повернулся нечаянно? Сейчас громко будет, она прибежит. Да мы по... Ой, блядь. Надо сразу это, быстро хватать и в шкаф. Не успел, похуй. Сейчас она кувалдой просто по ящику пизданен там. Да, да, кстати. Где же этот маленький гномик? Я здесь, бабуль. Да блядь, хуля ты подошла? Зачем ты сказал? На дорожку летним днем. Лом-лом-лом-лом-лом-лом-лом. Ну все, мы вырываем, видимо, и бежим куда-то в темноту. Ну а пизди эти гвозди, блядь. На, сука. Что это? Че, бери, блядь, или че нахуй? Ааа, да блядь! Да блядь! Так, надо ее сюда заманить и быстро до коробки доебаться. Взаимодействуй. О, и че это? А че это? И что это? Все делать должен. Попробуй бросить. Во, поднимайся по лестнице. Бля, реально, а че у нас так все и по геймплею идеально совпадает тогда? Она сюда, наверное, поднимается? Она... Блять, она поднялась, нихуя себе. Бабуля, ты ебанулась? Может, ее можно скинуть отсюда? А если я на крышу спрыгну? Ай, и чё? А где бабка? С богом. Да, она же там ждёт. Ну она куда-то, она может упала? А вдруг она упала? Нет, упала. Ну нет, тут похуй. Охуенно. Кажется, коробка открылась. А, наверное, в подвале. Блядь, нет. Блядь, он это глубокий, блядь, сука. А нахуй мне ключ? А, наверное, дверь какая-то. Да, фу. Блядь, что-то фу тут. Мне не нравится. А что делать? Мама! Я не хочу. Бля, подвал и самая стрёмная вещь. Фу, блядь. О, ключ. Прячься в печь. От чего ключ? Я не заметил. 100% она сейчас выйдет, нахуй. Вот, вот так, да, в упор? Ну ладно, от неё красота. Блядь, ты чё пугаешь меня? Бу! Ну вот и все. Дальше применяем ключик к двери, и мы на свободе. Блядь, он исчез куда-то. Блядь, Артём! Нет, чё... А, фу. Блядь! Он в руке был, это все, это наёбка от автора. Ты иллюзия. Вот, дверь, выход, вот. Так. О, нет, там была скрытая сигнализация! Монахиня скоро будет здесь! Это один из вариантов, как можно пройти игру. Теперь мы можем посмотреть все концовки, как хорошие, так и плохие. В меню есть таблица ачивок, в которой уже есть список концовок, которые нужно найти. Также после прохождения показывают кат-сцену, в которой намекают, где и что можно будет поискать. Игра еще не доделана, как вы поняли, куча дверей еще в разработке, значит, появятся в будущем еще больше концовок. Ну и, естественно, по каждой добавленной двери я не смогу делать такие большие ролики, как этот. Для этого у меня есть второй канал, где я провожу стримы, заливаю летсплеи. Я, кстати, проведу, наверное, стрим по этой игре или залью пару видосиков в ближайшие дни. Хочется мне ачивки все закрыть, да и с вами время провести. Так что бегом подписываемся на канал, ссылка в описании. Для того, чтобы получить три плохие концовки, которые есть на данный момент, много ума не нужно. При смерти вам просто покажут рандомную кат-сцену. В одной из сцен монашка тащит вас по крыше, возможно, хотела научить летать, мало ли что
старухи, призывающей дьявола в голове, но летать мы так и не научились. Во втором варианте старуха решила нас запереть в странном ящике и засыпать землей в надежде, что мы так не сбежим. Глупая, не знает, что там дышать нечем. Ну и в третьем варианте наказала нас, надев маску на лицо и закрыв в чулане. Наказание в виде избиения кувалдой по лицу до этого было куда страшнее. Перейдем к хорошим концовкам. Их, по сути, пока имеется две. Одна сбежать через главные двери, вторая уехать на машине. Помимо Мэдалин, в монастыре находится ее помощница, сестра Филиппа. Ну, не знаю, насколько она хорошо справляется с ролью помощницы. Я видел только, как она сбивает на машине Мэдалин, если та гуляет на заднем дворе. Филиппа стирает вещи и отвозит их куда-то за пределы монастыря. Наша цель — пробраться к ней в прачечную. В одной из комнат взять ключ. Этот ключ открывает шкаф в кабинете ИЗО. Там мы можем взять краску. Этой краской просто говним вещи в сундуке, благодаря чему Филиппа нам его открывает. Испачканные вещи краской стираются очень долго, поэтому она пойдет спать тупо навсегда. Кидаем банку в звонок. Филиппа просыпается и вывозит нас за пределы этого зловещего лагеря. Все. Остальные концовки остаются теми же, но со своими приколами. Например, нужно сбежать через главные ворота, но не задеть веревку, которая включает сигнализацию. Методы тупые какие-то, больше похожи на Багаюз. Их я нашел в интернете, а сам буду пробовать на другом своем канале. Нужно испугать Филиппу, забрать один из бельевых ящиков и пододвинуть его вплотную к веревке. Просто перешагнуть ее тупо, ну другого не дано, так что как есть. Также вот нашел чувака в ютубе, что он там прыгает на ящик возле машины и как-то залетает что-то на крышу. Вот такие дела, да. Я пытался сбежать через ворота, где выезжает машина, ничего не вышло. Спрыгнуть с парапета тоже ничего не получается. Возможно, подобное место создано для будущих отыгровок в этой замечательной игре. Ну и последнее. В комнате, где мы появляемся впервые, есть потайной шкаф. За ним находится пещера, одна локация в ней недоступна еще. Также имеется дверь, которую тоже открыть мы пока не можем. Для нее нужно выполнить большую кучу ачивок, а нам они еще не все доступны. А, и куб. Нажав на куб, вы попадаете в локацию, в которой можете побегать и посмотреть, как велась разработка над персонажами, какие были варианты и так далее. Это все, что я смог найти в игре на данный момент. Остались только ачивки в стиле «пройди за 5 минут», «пройди на эксперте», но это я уже буду делать в другом месте, да, ссылочка, если что, в описании. Поставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх, подпишитесь на канал, если не подписаны, колокольчики прожмите, распространите это видео среди своих друзей, либо там поспамьте, если есть какие-нибудь там сообщества, связанные с этой игрой, да. Ребят, я буду очень благодарен, на эти видео уходит очень много времени, мне бы хотелось почувствовать какую-то поддержку от своей крутой аудитории, окей, договорились? С вами был Джим, до встречи!